Какая именно организация убирает улицы, обычно горожан не интересует. Главное, чтобы дороги вовремя очищали от снега и грязи. Но только не в этот раз. Депутатов возмутил тот факт, что городское предприятие ДЭП не участвовало в аукционе, но все же занимается уборкой улиц на правах субподрядной организации. Почему муниципальное предприятие не участвовало в этом аукционе, хотя как бы исторически его цель, да, и задача — это содержание дорог, обслуживание, так сказать, наших дорог. Как пояснил директор ДГХ, на аукцион была подана только одна заявка от компании «Магистральстрой», с которой был заключен контракт на уборку городских дорог в 2020 году на сумму 122 миллиона рублей. Об этом же говорил и глава администрации на пресс-конференции в декабре прошлого года. По его словам, это связано с тем, что ДЭП не заявлялся на аукцион, так как находится на грани банкротства. Начали думать, что можно здесь, как можно обеспечить выполнение, безусловное выполнение задачи по содержанию и уборке города, и, соответственно, вести переговоры с возможными исполнителями. Так что это абсолютно вынужденный шаг, абсолютно вынужденный. Но в данном случае мы исходили из того, что фирма «Магистраль» показала себя в городе на объектах на мосту, на улице Семашко. Отметим, что, отвечая на вопрос журналистов, глава администрации рассказал о фирме «Магистраль», а не о выигравшей аукцион компании «Магистральстрой». Согласно сервису проверки контрагентов, она зарегистрирована 10 ноября 2017 года. Расположена на улице Курчатова, 3. В штате всего 3 сотрудника. 10 тысяч уставного капитала. Данных о наличии техники нет. В госзакупках до 2019 года не участвовала. Какие к черту переговоры? Это аукцион. И все переговоры вне закона. И вот это основной проход, это вещдок. Судя по этому выступлению главы администрации, который является учредителем муниципального предприятия, то есть сам учредитель принял решение о том, чтобы фактически, на мой взгляд, не допустить ДЭП до конкурса. То есть он договорился с магистралью, получается, что она будет работать, выполнять и осуществлять по этому конкурсу работу. То есть очень интересная позиция, да, может быть, ей отдадут компетентные органы правильную оценку. Да, был тут сговор, не был тут сговор. На заседании присутствовали два директора ДЭПа. Действующий Василий Ласточкин, которого назначили 27 декабря, и бывший Сергей Куприков, который был уволен летом 2019 года. Он представил депутатам небольшой отчет о финансовом состоянии предприятия на первое полугодие минувшего года. С 26 июля я не являюсь директором ДЭПа. Но по итогам 6 месяцев у ДЭПа был убыток 8 миллионов рублей. Значит, причина убытка является низкая стоимость муниципального контракта, о чем неоднократно говорилось на всех балансовых комиссиях, о чем проводилось совещание в 2018 году, о чем было написано письмо в ДГХ. Основные причины – это низкая заработная плата, 13 тысяч рублей заложена заработная плата рабочего на содержание городских дорог. Те контракты, которые перешли от КБУ после объединения, заложена заработная плата 9 тысяч рублей. Также заложена низкая стоимость машин и механизмов. Кроме того, МУДЭП имеет долг по Горавтотрансу, который доходил до 22 миллионов рублей, и где-то порядка 9 миллионов рублей он опять же был на конец июля месяца. По моему мнению, нельзя говорить, что ДЭП имел предбанкротное или какое-то еще состояние. Пытаясь разобраться во всех нюансах этого аукциона, депутаты старались добиться внятных ответов от директора ДГХ. Почему власти города и руководство предприятия даже не делали попыток исправить финансовую ситуацию с помощью нового контракта? Учредитель, глава администрации принимает решение не в интересах муниципального предприятия, фактически лишая его основного вида деятельности, то есть дохода. То есть на сегодняшний день магистраль сама убирает, Сергей Иванович, город? На сегодняшний день убирает ДЭП. ДЭП. То есть, скорее всего, можно сделать вывод, что магистраль на суд подряд взяла ДЭП. То есть за меньшие деньги, чем на конкурсе. Выиграв аукцион, «Магистральстрой» заключил договор субподряда с ДЭПом и забрала себе 1,36% от суммы контракта, то есть 1 миллион 600 тысяч рублей. Но была ли компания «Магистральстрой» единственным участником аукциона? В протоколе конкурсной комиссии она стоит под номером 3, а это значит, что было еще два участника, которые потом сняли свои заявки. Сергей Иванович, вы как член комиссии можете знать или можете нам рассказать о том, кто эти два участника закупки передали «Магистральстрою»? Там не видно. Не могу. Система дает возможность заказчику увидеть? Нет. 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 Ответ, когда вторые части открываются, тогда... Ответ нет. Ответ нет.
К рассмотрению этого вопроса депутаты решили вернуться после получения письменных ответов и копий документов от должностных лиц администрации и ДЭП. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.